Это Греция, друзья. И завтра первый день лета. И у нас вот такая вот погода. Херачит дождь с молниями. Мы уже полтора месяца лета не видно. Ужас, а не погода. Молнии. А мне надо в магазин ехать. Сейчас поеду для вас, сниму погоду. Да, ребятишки, да. Вот такая вот погода у нас. Ужасная. А завтра первый день лета. Конечно, все в ужасе. Вот, я тоже. Потому что это очень непривычно видеть такую погоду. Вообще во всем мире какая-то происходит аномалия по погодам этим. Вот у нас тоже, я пришел с работы. Вроде бы все нормально, а сейчас он бабах и ливеняка идет. Сейчас я вам спущусь, покажу внизу, что творится. Вон большой автобус тоже приехал сегодня. Здесь же это все это маленькое наше село, оно все связано вот с туристами, с гостиницами. Все эти дома большие, это все сдаются. Вот, и тоже приехал большой автобус, привез сегодня людей. И всю неделю опять обещают дожди. Я вот сам поражаюсь в этом. Так что, ребята, кто приедет, извиняйте, погода, конечно, нелетная. Приеду домой и сразу же скину это видео, чтобы вы знали, что такая погода. Может быть, получится у вас там поменять билеты, либо еще что-то. Ну и покажу вам параллель. Вот так вот выглядит центральная улица Платамонос. В принципе, молодежь дождь не пугает. Но ветрено и очень холодно. Я думал выйти там снять вам море. А что, моря не видно ничего. Вот. Да и мерзнуть неохота. Вот так вот центр вам покажу. Я, ребятишки, сидят, кушают. Ну что, ребята, что сказать? Вот такая погода, ничего не поделать. Все меняется, и погода меняется. Так что, кто приедет, смиритесь и просто отдыхайте, получайте удовольствие. Молодежь так ходит здесь. И попробуй по сигналям, они еще напхают, скажут, что ты подождать не можешь. А что поделать? Мы тоже такие были. Ладно, ребят, не расстраивайтесь. Я думаю, погода наладится. Давайте ставим лайки, подписываемся на канал, ну и смотрим. Я всегда с вами, я всегда снимаю. Каждую неделю снимаю видосы буду. Обещаю. Давайте, всем пока.